Всем привет, друзья, с вами Нильф Горн, и сегодня мы посмотрим и поиграем вот в такую вот игрушку Serious Sam Bogus Detour, или как-то так вот. Это очередная часть Serious Sam, и это впечатляет. При том, что это совершенно новая легендарная игра, то есть, ну, отдельная часть легендарной игры Serious Sam от создателя игры Homer Watch от компании Crack Shell, вот как-то так вот. Я, наверное, неправильно, конечно, прочитал, но вот ценители разных очень интересных игр знают игру Homer Watch, она потрясающая, она очень интересная. Я сам ее прошел несколько раз и очень сожалею, что нету продолжения этой игры, потому что она просто бомбезная. Сразу скажу, что у меня пиратка. Да, ребятки, я решил сначала протестить все-таки игру. Посмотрите, если она мне поистине понравится, то я обязательно в нее вложу денежку. Так, давайте, во-первых, здесь можно изменить модель, да, то есть модель нашего персонажа. Давайте вот это рогатый чувак, или вот Рокки Райан, дикий Дик, консервный Кейн какой-то. Давайте вот этого с глазами грохочущий Гарри. Грохочущий Гарри, это по мне. Так вот, и что же, чем же эта игра отличается от настоящего Serious Sam? Ну, собственно говоря, понятно, что это вид сверху. Ну, как-то так. В общем, вы сейчас сами все увидите. И давайте попробуем. По колено в песке можно выбрать, да? Других все-таки... Собственно, компания выживания, загрузить, пользовательская игра, мутаторы, настроить геймпад под себя, человек, это типа мастер для самых выносливых, крутой, это серьезно, и новичок, это прям, ну ладно, давайте я выберу такую начальную сложность, потому что я все-таки, загрузка, а где начальная заставка? Это типа серьезно? Это вот типа заставка? Ну ладно. Как видите, графика такая... О, тут жесть, вы видели? Это такая карта огромная, типа... И вот здесь вот я начинаю, я так понимаю, да? Похоже на то, погнали. И вы видели, там можно будет добавлять свои компании. После тяжелой предыдущей битвы ты, наконец, добрался до храма Пта в Мемфисе. Впереди на алтаре должен лежать артефакт Анона-Ра. Возьми его и отправляйся на север. Нам нужно узнать, почему с севера из Александрии прибывает столько организованных войск Ментала. Ты ранен, так что поищи поблизости какую-нибудь аптечку. И видите, как вот такое вот начало. Вид довольно-таки казуальненький, такой старый. Сэм, поищи аптечку. Такой вот старого духа. И, собственно говоря, очень... Знаете, вот это вот разбивание... вас, так сказать, мной, да, ну, персонажа, мне сразу напомнило игру про пушки, да, что-то там, ганс, чего-то там. Сингл Амон-Ра у тебя, Сэм, идем дальше. Конечно же, идем. Также здесь можно перекатываться, ну, как видите. Ну, конечно же, стрелять давайте соберем. Но во всем остальном это прям вот тот Serious Sam, вот серьезно. Интересно, кстати, вот в этих частях можно что-нибудь найти? Ну, ладно. Погнали. Вот и первые враги. Это же глазастые, да? Одноглазые такие. Отлично. Перезаряжаемся. Пистолет у нас бесконечный. Кстати, мы можем взять кулак. Но это, конечно же, не очень круто. Что-то произошло. Я помню этих жаб, кстати. Но, слава богу, они умирают с первого выстрела. Отлично. Еще два монстра как будто бы показаны. Или что это? Видите, восклицательный знак. Нам, скорее всего, туда. Но мы сначала сходим... в другое место, все-таки интересно, что здесь. Звезда какая-то. Звезда, собственно говоря. Здесь прям отличненько. Начало. Так, нажмите Tab. Ага, угу. Звезда. Большие звезды спрятаны в различных секретных зонах, и иногда их весьма трудно найти, поэтому лучше потратить некоторое время и хорошенько обыскать все уголки. Броня тут. Смотрите, в общем, про все можно узнать. Враги, про врагов можно прям прочитать. Записи, предыстория. Это, по-моему, все части показаны, какие были. Давно-давно процветающая Сирианская империя начала разрастаться по всей вселенной и исследовать далекие уголки космоса. Однажды во время своих путешествий сирианцы наткнулись на маленькую планету под названием Земля. Группа сирианцев осталась жить на Земле и обосновалась в том числе многих стран.
в Древней Египте, где коренные населения стало считать пришельцев богами. Сирианцы не делились своими продвинутыми технологиями с землянами, поскольку считали, что люди к этому еще не готовы. Пришельцы оставили на спутнике Сатурна Титане большой космический корабль ССС Центерпрайз. Землянам запрещалось знать, да они и не поняли бы, как вернуть этот корабль на Землю. Несколько десятков лет спустя после прибытия на Землю сирианцы и Сириуса на нашу планету прибыл эмиссар, который доставил сообщение о том, что империя пала после нескольких лет кровопролитной войны с Чад-Шином. О, господи, тут очень много написано на самом деле. Я думаю, кому будет интересно, тут прочитай. И за кадром я точно прочитаю. Я не Трикса, имплантированный в нервную систему тактический анализатор. Я буду твоим проводником и советчиком в этой миссии. Ну, понятно, это как раз-таки задание. Так, враги, предметы, звезда, броня, знак ОМОНа, ОМОН-РА, здоровье, пистолеты, статистика, понятно, и апгрейды. Вот это вот, наверное, самое интересное, и пока что я ничего не могу. На волосок от смерти при понижении здоровья до 30%, а максимум вы будете наносить на 50% больше урона. Круто. В общем, куча всего есть на самом деле. Куча всего для такой вот для такого экшена, да? То есть вот это вот радует на самом деле. Ну, понятно, что мы сейчас берем дробовик. Вот такие пушками я привык. Ну и, конечно же... Конечно же, как в самом... В самом лучшем... Ух ты! В лучших дух... В лучшем духе Сириус Сэма сразу начинается замес, как только мы... Что-то получаем достойное. Есть, отлично. Аптечки какие-то, энергетические... ячейки, и опять враги пошли. Ну тут, конечно, вот так вот их надо закручивать. И прям вот с дробовичка снимать спокойненько, прям сливочки большого количества. Но я вижу... Оу, воу-воу-воу. Воу-воу-воу, что ж такое-то? Он, кстати, через них не перекатывается. Так что это надо учесть. Перезаряжаемся. Ну, начнем наше приключение по-настоящему. Хорошо, что игра на самом деле переведена. Так, мало патронов, но я думаю, сейчас решим эту проблему. Здесь какой-то город начинается, я туда не могу пройти. Ну ладно, ничего страшного. Оп-оп-оп. Вражины. Давай, давай, давай. Пока ничего... Это что, крабы? Серьезно, крабы? Типа это враги такие местные, что ли, или что это? Ну ладно, по-моему, они от меня убегали, да, по крайней мере. Так, здесь тупик. Пойдемте дальше. Вот в ящиках, вот в этих ящиках, вот таких вот, точно бывает что-то. Вон, видите, патроны, по крайней мере, пули. Так, и здесь, собственно говоря, нажми Tab. И у нас здесь орки какие-то. Господи, орки, когда из сильных солнечных ожогов зорги стали... терять свою кожу, они начали ставить на себя эксперименты, чтобы вернуть кожный покров. О, господи. Понимаете, это все ключи, это все описывается и довольно-таки большим текстом. Я думаю, уж я сам читать этого не буду. Хотя, ребят, напишите... О, ствол новый, по-моему, да? Лазерная... На пятерочку. Серьезно, у меня сразу лазерная пушка появилась. Серьезно? Прям вот... Практически не прошло и 5 минут игры, да? То есть, но у меня уже лазерная пушка появилась. Я не знаю, это из-за того, что сложность такая или что? Я не понимаю. Ну ладно, есть так есть, значит, будем пользоваться, как говорится. Аптечки, жизни, все здесь есть, также броня. Воу-воу-воу-воу-воу, это что такое? Хорош, хорош, хорош. Это типа мелкого босса было, что-то типа такое. Ключ у меня, ну понятно, красный ключ. Красный, они вообще, по-моему, если я не ошибаюсь, всех цветов были, да, эти ключи. Опа, база какая-то. А туда как-нибудь можно пройти, интересно, а? Ну нет, я вижу, что вот здесь скала и пройти. Может быть, потом как-то я смогу туда прийти, вот. А может быть, вот с этими часами что-нибудь связано? Ну нет. Вот я не вижу, по крайней мере, что... О, ящики еще.
Ничего в ящиках нету. Управление, ну, вообще простецкое. То есть я здесь не увидел ничего сложного, да, то есть какого-то каких-то проблем. Погнали дальше, нажмите тап, ну, отправиться по дороге в Александрию. Ну, то есть понятно, здесь задание, поищи побольше оружия и боеприпасов. Понятно, в общем, все. Все понятно. Самые противные зверюшки здесь, это вот как раз таки... А че здесь два... Притом два человека выживших. Что, это крабы, что ли? Уничтожение крабов! Я не понимаю, в чем прикол. Смотрите, яйца здесь. Типа... Я не понимаю, может быть... Ну, и, конечно же, я их уничтожать буду. Во-первых, по-моему, мне дается опыт. Это раз. И, во-вторых, может быть, это какая-нибудь ачивка. В этой игре по-любому есть ачивки. Это вот, я даже не сомневаюсь в этом. Вот это замес, конечно. Представляю, какие... Воу-воу-воу. Вот, я говорил, бомберы, да, вот самые противные, которые кричат. Вот так вот. Это что? Куда я... Так, где у меня крутое оружие? По-моему, я опять к какому-то боссу пришел. И, по-моему, у него синий ключ. Он, да, синий ключ, ребятки. Шикарно, по-моему. Это так и должно быть, что я так быстро сюда пришел. Ух, у этих бомберов есть еще один минус, конечно. Они взрывают также и своих. Но это не минус, а плюс даже, я бы сказал. Вот так вот. И вот здесь вот у меня только зеленый ключ есть. Ой-ой-ой-ой-ой, я оторванулся немножечко. Ну ладно, не страшно. Еще одна звезда. А что эти звезды дают? Вот что. И здесь, похоже, видите, желтая дверь, ну, подсвечена желтым. Значит, значит здесь... Так, вот так. Значит, здесь и желтый ключ нужен. Ребят, с таким оружием вообще, вообще ничего не светит. Ух ты. Это что за... Во-во-во, почему они оттуда появляются? Это... О, да, ребятки, левел. А, это явно какой-то портал, инопланетный портал. Ох, замес-то какой. Вот это круто. Вот именно этого я и ожидал, как старым добрым Сириус 7. Честно говоря, я вообще все части прошел, кроме последней. Кроме последней, я как-то не хватил на нее терпения. Хотя я помню, почему я ее не прошел. Потому что у меня компьютер был слабый, а потом я уже не вспоминал. Хотя, значит, есть смысл пройти эту игру. Не забывайте, что здесь можно играть не одному. И... толпой, наверное, даже это будет поприкольнее проходить. Ух ты. А сейчас я нашел, по-моему, небольшой секретик. Серьезно. Сейчас я, по-моему, нашел небольшой секретик. Сейчас я объясню. Вот так вот. Вот здесь проход. Здесь проход. То есть я куда-то поднялся. Смотри. Офигеть. Да ладно, что ты... А, мало патрон. Ну да, вообще-то мало патрон. И как раз-таки помните, вот территорию, там какая-то база была небольшая. Прикольно. Перекаты, к сожалению, перекатываться постоянно невозможно. Идет вот здесь вот накопление этих перекатов. Вот. Офигеть! Реально, я бы не заметил там вот этот вот проход, если бы... если бы оттуда люди не пошли. Йоу! Желтый ключ нужно. И здесь зеленая, смотрите, какая-то. Какая-то штука зеленая. Эх. Ну ладно, самое главное не забыть. Самое главное не забыть, что здесь можно будет. Вот, видите, никак не заметишь здесь проход. Блин, надо иметь в виду, что если вот... Что если где-то есть такой вот какой-то движу... Если есть какая-то где-то такая движуха, то значит есть где-то секретик какой-то. Так, здесь вот это. Ну, опаньки-опаньки. Двухстволка. Два выстрела, двойные проблемы. Отлично, отлично. Мощность, конечно, двухстволки — это знатная вещь. Отличненько. Спокойно, я сказал. Кстати, апгрейды, ребят. Бой, выживание, оружие. Так, пробивая пробивные пистолеты, рикошеты. Точно как в аптеке. Разброс дробовика. О, кстати. Может быть, это и взять?
мусорщик, появляется на 3% шанс, что из мертвых врагов выпадут патроны, броня или аптечка. Блин, я возьму вот эту вещь, я прям, вот серьезно. Ребят, дробовик здесь, наверное, будет одним из постоянно используемых оружий, и поэтому, типа, ну, дробовик, по-моему, нужно модернизировать. Вот там можно вроде бы дальше пройти, но, ну, по крайней мере, деревья, но у меня, к сожалению, ничего не получилось. Вот, вот, вы видите, да? И явно, что туда можно будет как-то пройти. Надо будет... Ух ты ж, ю! На тебе, дробью в башку. Отлично, отлично. Надо не забывать, что всегда есть перекат. 283 патрона у меня. Так, окей. Окей, вот дорога, давайте по ней пройдемся. Так, какой-то... Спокойно, я сказал. Зеленое здесь видели? А синий зачем тогда куда мне использовать? Синий ключ, который я нашел. Так, сейчас, погодите, мы... Текущий прогресс сохранен. Я там что-то увидел. Вот это что такое? Это хаммер, то есть... Стоп. Это типа, видите, заменилось. То есть здесь руки раньше были, а теперь здесь хаммер. Но весь прикол в том, что типа... А что им можно ломать? Ну, по крайней мере, ни деревья не ломаются. Видите, да? Не камень. Хотя давайте прочитаем. Враги, предметы, кувалды. Обычные кувалды, сделаны из облегченного материала, способны наносить средний урон при ударе по цели. Удар хватает для быстрого поражения нескольких целей. Что делает кувалды отличный средств для уничтожения врагов. Но видите, ничего не написано про какой-то, как бы это сказать, ну, дополнительные бонусы, так скажем, от этого, от этой кувалды. Ага. Ага. Короче, понятно. На шипы лучше не наступать. Так, есть кнопочка какая-то. Уничтожь энергию ячейки, чтобы открыть дверь. Так. Увидели, да? Вот это я пока не буду брать. Это что? Давайте сначала в здании побегаем. И Томми Ган! Да, ребята. Да. Пистолет-пулемет Томпсона, по-моему, да? Ну да. Великолепная вещь, конечно, автоматический. Так, здесь патрончики. Ага, понятно. Спокойно, я сказал. Блин. Вот это замес. Кровище-то сколько. Это явно не детская игрушка, вот серьезно. И здесь аптечки. Там еще что-то было. Там явно еще что-то было. Это что такое? Офигеть. Офигеть. Как я сюда вообще попал? Что с ними не так? Все, понял. Все. Здесь путается, кнопки перепутываются, то есть лево становится право, а право это лево. Так, окей. Только сейчас я, знаете, что подумал? Надо сбегать обратно, вот там внизу, в секретик, и там вроде бы можно было его открыть. Странно, вот эта энергоячейка, ее, получается, нужно разбить, чтобы открыть эту дверь. Но как мне попасть внутрь, вот этого я, типа, не понимаю. Кувалдой явно мы не пройдем здесь никаким образом, да? То есть, ну, здесь и вообще проходов нету. Хотя, кстати, посмотрите, вот здесь вот сзади видно как будто такой, да, пролом. Ну, вот такое ощущение, что там как будто пролом. А обойти, скорее всего, у меня не получится, да? Ну да, тут и не получится пройти. Хотя...
Не знаю, честно говоря, напишите свои варианты, если у вас есть мысли по поводу этого секрета, как его пройти. Ребят, я сюда пришел, и здесь включилась тревога, и... Черт, и вот из этой двери поперли враги. Я даже не успел начать запись-то снимать. Что-то как-то они резко поперли-то. Че это они как-то неожиданно-то? Долго они думали, на самом деле, по поводу того, что... Ух ты ж, ю-ю-ю-ю-ю. Так, сейчас мы тебя снимем, я знаю, как мы тебя снимем. А, нет, хотя у меня есть же... Томми Ган! Ей! Отлично! Что это такое? Ракеты, ребят! Базука. Базука, ребят. Так. Ну, типа тогда у меня тупик. Как туда попасть и как там открыть? Ну ладно, ладно, погнали дальше. Это усиление! Ой, жесть! Вот так вот, вот так вот, вот так вот нужно. Ребят, это очень крутая штука. Это просто убойно. Я не знаю, это, по-моему, тут всем бояться с этой штукой нужно. Так, у Томми Гана есть единственная проблема — перезарядка. Он прям, ну, очень долго перезаряжается. Но, конечно же, очень круто стреляет. Ну что же, здесь у нас явно ракетница, вот прям вот явно ракетница. Ну-ка, давайте походим, посмотрим, что здесь. О-о-о-о. Третий уровень, давайте прокачаемся. Ходящий арсенал увеличивает максимальный боезапас оружия. Так, окей. Рикошета. Мастер скорость стрельбы пистолетов при постоянном нажатии огня увеличивается. Уровень пистолета понижается на 50%. Неинтересно. Выживание. Круче только гвозди. Доктор Айболит. Эффективность аптечек увеличивается. Броникол лекционер. Эффективность брони увеличивается. Максимальная броня увеличивается, как на крыше. Скорость передвижения увеличивается. Движущиеся цели. Рывок восстанавливается на 0,75 секунд быстрее. Блин, вот это крутая на самом деле. На волосок от смерти. Дело риска повышает наносимый и получаемый урон. Хм, странно. После убийства врага игрок получает 20% прибавку к скорости на 2 секунды. Наглый нападающий урон атаки в ближнем бою повышается на 50%. Увеличивается урон пистолетов на 25%. А вблизи стрелковое оружие наносит 20%. Либо вот это прокачать я хочу, либо бег вот этот. Наверное, я вот этот бег прокачаю. Потому что очень большие локации, и нужно постоянно очень много бегать. Опа. А здесь у нас... Опа. Отличненько. Стоп, а... Ну... Ракетница, и... Вот явно я сейчас что-то открою, и здесь что-то появится. Вот по-любому. Так, давайте-ка мы возьмем на вот она, на четверочку ракетница. Так, сначала нажимаем вот это. Отлично. Ракетница, конечно, зверская. Опыт. Отличненько. Четыре ракетницы, четыре ракеты у меня всего лишь есть. Ну ладно, погнали дальше. Тут опять же вот... Вот посмотрите, опять же, непонятно. Может быть, здесь секрет. Помните, где-то вот в этой стороне вроде бы там была броня. С внутренней стороны как бы, да? Осторожно, впереди минное поле. Ну вон, вижу. Типа... Это чё? Это типа конец локации? Я так понимаю, да? Похоже на то. Вот мины явно. Что-то как-то странно. Я думал, просто здесь будут, ну как бы... Типа, немножко непонятно, ребятки. Я тут бегаю, типа, ну... А, вот минное поле, понятно. Чё?
просто разорвало меня. Ну, это из-за моей невнимательности, конечно, но все-таки с другой стороны. Йова, как там с минами-то? Там надо как-то одновременно уворачиваться, одновременно еще наносить урон. Как-то, типа, сложно. Нет, я не увидел здесь никакого прохода, ну, оп-оп. Оп-оп. Так, а... Ах ты ж, зараза. Есть, отлично. Так, аккуратненько, аккуратненько. Смотрите, бочки загораются и взрываются. 13, вышка какая-то. Так, это, конечно, все собираем. Отличненько. Так, и здесь надо как-то... Ага, ну понятно. Минное поле вот вокруг этой, так скажем, базы, что ли. А не вот эти вот бугорки, как я подумал сначала. Блин, и как... Конечно, и как мне туда проникнуть? Ну ладно, я думаю, вообще... В этой игре, конечно, секреты все очень быстро найдут, и можно будет просто даже загоняться каким-нибудь... Оп-оп-оп-оп! Даже можно будет загоняться каким-нибудь таким прохождением на секреты, да, так скажем. Вполне можно этим заниматься. По-моему, там что-то пролетело. А что за музыка? Опа, звезда! Просто в поле звезда стояла! Вот это круто! Так, в эту сторону-то я как раз-таки не ходил. Ой, привет, люди. Да почему вы меня боитесь-то? Кто этот? Это мурлоки, что ли? Серьезно? Похоже на то, ребят. Ну, реально же какие-то существа, которые... Вы сейчас за мной бежали, что ли? Что это такое? Ну, опыта не дает, и... ну и ладно, как говорится. Так. На самом деле тут... Так, вот так вот, да, оружие. Оп, опять минное поле, по-моему, да? Оп, аккуратненько. Оп, опять. Так. А вот смотрите, вот здесь типа можно пройти, но как бы и нельзя пройти одновременно. Ну ладно, окей. А чё это, откуда взялся-то? Чувак. Вот видите, типа, ну, но такие вот локации, не должно такого быть в таких играх. Это мое мнение исключительно, потому что... По-моему, несложно... Несложно просто поставить какую-то там скалу, да, какую-то, или ограждение какое-то. А, хочу эту звезду! Черт, ну ладно, сейчас мы давайте сначала вот сюда вернемся. Блин, а что музыка-то такая? Ну да. Типа началась из-за того, что на меня вот напало парочку людей. Это ж не серьезно. Патроны полные. Сэм, это последняя база перед Александрией. О, последняя база. И что это означает? Что это означает, ребятки? Окей. Какая-то вакханалия творится, ребятки. Просто вакханалия. Очуметь. Кнопочку нажали, отличненько. Блин. Так, стоп, база-то базой, но может быть я рановато сюда пришел. Потому что вот тут вот, где-то вот тут вот, да, по-моему, еще есть что-то интересное. Во-первых, здесь есть звезда. Хотя, возможно, она добывается где-то выше. Ух ты ж, йоу. Так, аккуратненько, ребятки. Давайте попытаемся. Не торопясь, не торопясь, не торопясь. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп. С
Самый прикол, что здесь типа пирамида какая-то, но круто. Ну, понеслась. Но это уже типа проклятие пирамид, да? То есть я так понимаю. Ну, здесь ничего сложного нету, просто нужно тупо от них уворачиваться, вот и все. О, ребятки, 50 брони. Это очень... Так, здесь главное не потратить эту всю броню. Главное просто не торопиться. Не торопиться, и все будет отлично. В таких играх постоянно ты не знаешь, куда идти, типа, ну, как сказать, боишься что-то пропустить и... Сначала в одну сторону идешь, потом находишь какой-то вот такой типа пирамиды и думаешь, блин, это же, наверное, какое-то продолжение. И не идешь в эту пирамиду, идешь куда-то в другую сторону. Сейчас перезарядь. Ах ты. Сдохните, сдохните, сдохните! Ах, отлично. Соточка в упор. Вы видели? Соточка урон. Идиоты. Так. Я перезаряжаюсь быстрее, чем они выходят, так что нормально. Нормально, нормально. Отлично. Так, давайте там тоже взорвем. Так, здесь, кстати, опыт. Опыт, это всегда хорошо. Так, и здесь как раз-таки дверь. А, это типа конец локации, что ли? Так, я, да, я, ребят, пойду сначала вниз. Знаете, почему... Черт. Потому что там была звезда. А звезду я не хочу пропускать, ребят. Вы уж... Вот, зараза. Так, вот так давайте. Как тут у нас с минами? Есть звезда, есть, ребятки. Так, а здесь у нас что? Так, здесь вроде ничего нет. Так, главное... Главное не пропустить ничего. Вроде бы больше проходов нету никаких. Оп-оп-оп, аккуратненько. Аккуратненько, аккуратненько. Просто не торопиться. Это я сам для себя даже говорю в большей степени. Черт. Черт. Эти стены выглядят... хрупкими, ага. Вот, собственно говоря, о чем идет речь. Так, все понятно, все понятно. Здесь давайте вот так вот. Окей, Сэм, идем к выходу. Один секрет, ребят, я так и не понял, как его пройти, честно говоря, потому что стену, кстати. Стену можно было пробить, но с другой стороны. Хм. То есть вот типа такого, да? Блин. Честно говоря, непонятно. И здесь, по-моему, уже точно конец, да? Сейчас посмотрим. Просто интересно даже, чем это, этот уровень заканчивается. А, ну вот зеленый. Очень странно. А если я в красную зайду? Ага, понятно. Понятно. Ну, похоже, это все. Или это босс? А, ну да, это похоже сейчас либо на следующий уровень. Да, вот видите, я прошел, завершено на сложности человек. И публичная библиотека номер один начинается. Ну, ребят, игрушка прям вот в духе Serious Sam и довольно-таки прикольная. В стилистике очень прикольный, то есть выглядит и прикольно. Ну и, в принципе, тут, наверное, самая фишка, это в том, что можно будет проходить вдвоем, втроем, вчетвером. Александрия, прекрасный большой город, расположенный на берегу Средиземного моря. Здесь находится богатейшая и великая Александрийская библиотека и, конечно же, поражающий своими размерами маяк. Как я выяснила, в этом городе находится один из подручных ментала, майор Жала, который командует инопланетными войсками на всех, на всем Северном Египте. Его резиденция расположена внутри библиотеки, так что ты должен попробовать туда
пробраться туда и образумить злодея. Здесь все понятно, и я уже буду заканчивать. Оставлю как бы на следующий уже всего использовано 7. А, звезд. Всего 4, использ 7. Я еще могу, допустим, вот так вот сделать. Йоу, звезды теперь понятно, для чего нужны. Поменять. Потратить 2. Чтобы перераспределить перки. Ну ладно, все теперь понятно. Если вам игрушка понравилась, то вы знаете, что делать. Ставьте лайки, оцените эту игру по достоинству. Всем всего, удачи и пока.